Совсем скоро в сети состоится премьера сериала «Цикады». Главные герои – картины московские подростки, когда в их компании оказывается новенький Антон, и их жизнь сильно меняется. Антон и Алина, Марк и Соня, Алекс и Катя – вчерашние школьники, которые только начинают жить по-взрослому, влюбляются, мечтают, строят планы на будущее, пока не случается трагедия на вечеринке. Теперь им, их родителям и следователю нужно восстановить картину случившегося. Чем дальше заходит допрос, тем больше раскрывается проблем и тайн. Подростки растеряны и напуганы, а родители задаются вопросом, а хорошо ли они вообще знали своих детей. Главные роли в картине и исполнили Григорий Верник, Софья Аржаных, Ирина Паутова, Ольга Сутулова, Сергей Уманов, Екатерина Варнава, Елизавета Боярская, Евгений Стычкин, Артем Быстров и другие. Премьера сериала «Цикады» состоится уже этой осенью. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.